Обращаюсь сегодня к белорусам. Обращаюсь сегодня к белорусам. Как президент и главнокомандующий хочу вас заверить. Мы не хотим воевать и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории не будет Беларуси. Потому что это невозможно. И если, не дай Бог, что-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям.